Петух и павлин. Казахская сказка. Давным-давно, в незапамятные времена, самым красивым из стройных зверей и птиц был петух. И был он очень горд этим. Вел себя петух важно, надменно, и ни с кем из зверей птиц не разговаривал. Только павлин был его единственным другом. На бедном павлине не было даже мало-мальски приличной одежды. И вот однажды пришел он к хвастливому петуху и стал упрашивать его. Друг мой, я сегодня приглашен в гости, но у меня нет хорошего костюма. Как идти в таком виде? Ведь те, кто знает, что я твой друг, засмеют меня. Одолжи мне разок твою красивую одежду. Петух поверил словам друга и отдал ему всю свою красивую одежду. Павлин нарядился как следует и сказал о времени своего возвращения. Если вдруг я задержусь, кликни меня. Если после этого меня не будет, кликни еще раз, да так, чтобы я услышал твой голос. Нарядившись в красивую одежду, павлин ушел и не вернулся. Петух принялся кричать, чтобы павлин услышал его. Но никакого ответа не было. С той поры и до сих пор петух с рассвета до заката кличет павлина, чтобы получить обратно свою красивую одежду.